Ну что же, доброго времени суток вновь всем, дорогие друзья. Второй матч на сегодня. Эмбарго против команды Атрибутс. Снова российско-азербайджанское противостояние в рамках седьмого сезона легендарного дивизиона Arena 4 Game. И, как всегда, для вас эти матчи комментируют Максим Чеев и Герман Громов. Еще раз здравствуйте. Ну, Эмбарго Атрибутс. Что можно сказать об этой встрече? Встреча, которая явно будет считаться как центральный матч сегодняшнего игрового дня, потому что дальше заключительный матч у нас будет Art of Execution против команды USSR, также еще одно российско-азербайджанское противостояние, но там, понятное дело, что АОшки будут в роли фаворитов, и лично мое мнение, что там будет 2-0, поэтому здесь вот Эмбарго против Атрибутс действительно очень близкий матч, и вообще я здесь думаю, что 1-1 будет, на ДЦ, мне кажется, окажутся сильнее команда Атрибутс, ну а на Метауне могут как и Атрибутс, так и Эмбарго, хотя Эмбарго тоже очень хороший, форма хорошая по ходу сезона у них. Ну и, Максим, что ты думаешь по этому матчу? Кто здесь все-таки сильнее, кто слабее, кто по твоему счету победит? Ну, собственно, я останусь при своем мнении, которое писал сегодня в превью игрового дня, которое можете прочитать на сайте Arena 4 Game также, и у меня в паблике я выкладывал. Свое мнение то, что это битва титанов на сегодняшний день, и здесь выдвигать явного фаворита очень сложно. Команды более чем достойны друг друга, предыдущая игровая неделя прошла для них в лучшем ключе, они пытались заставить своего соперника играть в тот поинт-бланк, который нужен им, но тем не менее в каких-то моментах парни уступили, все-таки соперники были не из простых, там и с Вейвиктосами уже успели побороться, и с командой AOXZ, и также Респекты где-то были на пути, но сегодня эти два довольно жестких коллектива со своими жесткими звеньями, со своими жесткими дуалами встречаются вместе. Это Метаун, на который также оба коллектива довольно хороши, и выдвигать я фаворита не буду. 1-1 по картам, я считаю, они вот именно достойны вот этой ничьей, они равны. Так, ну что, статистика была на ваших экранах, дорогие друзья, по ходу сезона, и мы с вами приступаем к обзору первой карты между командой Эмбарго и Атрибутс Метаун. Атрибутс начнут в обороне, Эмбарго в атаке, но пожелаем командам удачи, ну а вам, конечно же, наши дорогие, удачи в ставках, ну и каждому желаю победы. Поэтому заранее тебя поздравляю, мой дорогой друг, кто победит в ставках. Знаешь, что я тебя поздравил. Ну а мы начинаем. Мы начинаем интереснейшее противостояние сегодняшнего дня. Ну и, как говорится, победит сильнейший. Ну а кто будет этим сильнейшим, пока неизвестно. Возможно, даже победители сегодня и не выявят. И разойдутся миром команды. Но пока что медленный раунд разыгрывает команда Эмбарго. 340-й чати по тест-спауном. Стефан Лаки чекает аркаду семерки. А вот план со своим, как всегда, излюбленным девайсом. Карбином. Сошки один на Б-планту. И там дирижер еще на курятнике. Очень интересная стратегия в исполнении команды Атрибутс. 30к держит. Ой-ой-ой-ой. Что-то новенькое. Но здесь, опять же, игроки команды Эмбарго пока что не особо торопятся как-то напрягать ситуации на Б-сайте. Есть неплохой минус, у нас также падает план, но здесь дирижер на подхвате, есть минус на ремикса. Но куда же направятся все-таки игроки команды Эмбарго? Нашли размен, отлично, ослабили позиции своего соперника, но с вектором атаки по-прежнему парни еще не определились. Будет ли это выход лонг, плюс там центральное кафе останется один игрок, или же все фастом попытаются вломиться на позиции длины, или попытаются развести Б-сайт. Сюда же направляется Лаки и Стефана. На сейве играет один Соушки. По дальней дистанции принимает дирижер. Ну и выход под винку все-таки имеется. От Лаки неплохой минус, но там уже дирижер на широкой. И также имеется выход на лонг. Да, здесь поэтому от Тату надо играть очень аккуратно. Его стейшн очень грамотно на подсейве выступает. Но здесь по двум фронтам пытаются работать. Но, в принципе, получилось сделать под Б. И бомба уже ставится как раз-таки. Но вот почаще есть информация, что убегал через Т-спаун. Поэтому, наверное, имел смысл вдвоем быстренько через ЦК пролететь по своему сопернику, но здесь чаще ждет Т-спауна его стейшена, и вместе с Тату его стейшен его закрывает. Ну что, Стефана, 1 в 2, есть минус Тату, и еще остается его стейшен. По нему информации пока что никакой нету. Но, тем не менее, EvoStation принимает решение выйти на мид, и Стефана должен здесь чекать своего соперника. Сотня хелсбара, ну и неплохой выпад на мидл. Все-таки там EvoStation вообще никак не успел отреагировать на своего соперника. Оставляет ему сотню хелсбара, и это 1-0 в пользу команды Эмбарго. Довольно неплохая страта у них при атаке, с учетом того, что они нашли минус один. Хоть и потеряли одного, двое пошли на Б атаковать, двое пошли на А. Просто молодцом. Лаки врывается в центральное кафе, находит open фраг, но здесь же план на раз. А там уже под аплейн пробегают игроки команды Атрибутс. Тату первого забрал, второго также закрыл.
Гейл, ну еще и третий может быть Стефано. Тату. Тату не щадит команду Эмбарго, да и щадит и по сути и не за что, потому что все-таки именно они забрали первый раунд. Дирижер попал по шквал пули со стороны ремикса, но дальше ремикс не совладал именно со спреем своим, и это моментальная ответочка в исполнении атрибутс, и Тату здесь, конечно, MVP этого раунда точно. Ну что ж, смотрим за продолжением. Самое главное то, что опять же здесь пошло вот это противостояние. С первых же раундов никто не начинает доминировать, там 2-0, 3-0, вот именно этого мы и ждали с вами в первой катке, когда же будет вот это жесткое напряжение у нас на карте, не знаю. Но ребята, наконец-таки нам его начинают показывать, хотя, опять же, два раунда, это как-то поспешное суждение, но посмотрим. Лаки, опять же, играет центральное кафе, к нему присоединяется План, будет ему противостоять здесь точнее. Также 340-й у него на подхвате. Ремикс остается пока что на Т-спавне. Раскид гранат под аплейн. Засмочили обзор. Там просто тонна смоков, тонна гранат. Ну и пока что не решаются фастом выходить именно лонг плюс ЦК. Чего-то ждут. Ну там уже под БТРом 340-й находится. Именно от него здесь следует много информации. Но его стейшн грамотно его закрывает с БТР. И там размена Стефана имеется. Стефана 2 минуса. И правда Тату его после смерти также разменял. Ну а Плент сейчас крайне под большой угрозой срыва, потому что здесь уже Совушки один, но ремикс также сюда выходит, и Совушки закрывает соло, а Плент, отличная работа. И 1-3 для Чачи, у Чачи пока что 0 фрагов, но сейчас есть хорошая возможность пополнить свою коллекцию. Но там такие префайры на четверку вылетают. Не знаю, как Чача вообще будет у нас действовать. Но, если честно, на четверку я бы на его месте не открывался. Но там еще и дирижер за спиной. Но неплохой минус от Чачи. Ой-ой-ой, разошелся парень. Даблкил в его исполнении. Ну и там Соу остается один против одного Чачи. 40 хп против 36. В принципе, все на равных. Но Чача уже ретируется под позиции Б-сайта. Готовится выходить свинки. А вот у Соушки пока что нет информации по своему сопернику. Как он действует, пытается угадать. Дать его направление, возможно, это выход на лонг. Но Чача заходит в свободный бомбсайт, будет устанавливать фугас. Соперник его не прочитал, ни под какими коварными позициями тут закрыться не успел. Ну и теперь у Чачи есть хорошая возможность поставить фугас и просто скрыться на удобной для него позиции и принимать соперника. Ну что, посмотрим. Здесь Сошки немножко заблудился в ЦК и... Два минуса он сделал под аплантом, но теперь самый важный третий фраг надо ему делать в этом раунде, чтобы выводить свою команду вперед в счет и по счету. А там сидит Чача, а Чача сидит и он слышит винку, поэтому Чача должен здесь играть именно в первую очередь на слух. Дым кладется и Чача может просто здесь сидеть до Талова, и Чача сидит и отлично отыгрывает раунд 1-3, вот это хорошо было, молодец. Успешно. Ну вот, собственно, как ты и отметил, да, то, что сидел с нулем, но сейчас была хорошая возможность у него исправить это, и он ей воспользовался. Ну что ж, 2-1 закрывается счет на табло, Лаки опять же агрессивно действует, центральное кафе, но Эвастейшн моментально останавливает своего соперника. 340-й выходит уже на лонг, 40% здоровья у него остается, Стефану и ремикс у него на подхвате. Опять же смоки забрасываются под винку Аплинта, но Эвастейшн просто неугомонный парень, он опять идет пушить, но пока что хаешки его останавливают, вынужден прятаться здесь в тупике. Но мне кажется, он здесь и будет дальше до последнего отсиживаться, ждать какой-то аркады от своего соперника. И 340-й идет к нему в ловушку. Минус от Эвастейшн. Эвастейшн даблкил находит для своей команды. Чача падает. Дирижер на подхвате. Ну и ремикс отправляется следом за своими тиммейтами. 2-2. Да, Эвастейшн соло закрыл сейчас всю команду Эмбарго. И это 2-2 на табло. Ну, слушай, здесь качели, судя по всему, будут. И действительно, команды близкие. И вообще не исключено, что и в этой встрече мы допы с вами увидим. Действительно, к ним, скорее всего, будет особое внимание. И, скорее всего, в таком темпе, в такой манере игры до допов мы с вами дойдем, дорогие друзья. Так точно, на карте Midtown. И это будет вообще не удивление нисколечко. Поэтому смотрим до 9-9. И дальше уже допы. Ну, а там на допах кто, так скажем, более волевой к победе, там и победит. Хотя, вот на 100% так утверждаю, наверное, неправильно с какой-то точки зрения, потому что команда Эмбарго может вообще здесь хорошо сыграть. Ты кнопочку, да, нажал, я так понимаю? Да. Но это хорошо.
Кнопочки это вообще замечательно, я люблю. Ну а пока у нас без разменов, уже 50 секунд от раунда прошло, команда Эмбарго очень аккуратно играет, понимает, что их ждут постоянно на быстрых раундах, на быстрых заходах куда-то. Ну вот первый фраг от плана есть с ЦК, может второй будет, да, и второй имеется, там еще и Лаки, и Вестейшн уже на упоре, поэтому Лаки здесь тоже, скорее всего, погибнет, 18 хп, и там Чачу находит размен неплохой. Смотрим дальше. Смотрим дальше. Лаки. Лаки в попытке все равно отстрелить ЦК. Ну, 18 хп у него всего лишь. Свапнул у Ашки своего тиммейта на свои. Подобрал чуть больше пули. И сейчас Эвестейшн уже какой же он молниеносный. То в ЦК, то уже под вином находится. И укрепление Бэплэнта от команды Атрибутс. Ну, не знаю, насколько верное решение. Но пока сюда заходит Эстефан и просто через ширму прилетает от дирижера. Отлично. Соушки. Соушки, перестрелка есть Чачей, но пока что без минусов, а вот и от Соушки есть фраг. Ну что ж, Лаки 18 хп, 1 в 4, попытка здесь перевернуть раунд, наверное, точно не удастся, да, так скажем, не будет пользоваться успехом у игрока команды Эмбарго. Все-таки вот эту паузу, оставшуюся минуту, можно использовать просто как тим-толк для последующего раунда. Ну и Тату здесь, в принципе, этот раунд закрываем. 3-2! 3-2, ну, если брать хронологию событий, то, скорее всего, Эмбарго заберут сейчас также третий раунд для себя, и мы с вами увидим снова ничейный счет на табло. Ну и опять же, дроп по центральной кафе, ну не знаю, под планы здесь дропаться так не надо, дорогие друзья, потому что с этим девайсом план действительно очень хорош. Заход на винку был очень быстрым от Лаки, но неуспешным для него. Сошки его принял, и пока что Сошки тормозит всю атаку под семерку. Лаки вообще по ходу этой встречи пытается постоянно как-то быстро играть под своими позициями. То у него фаст выпады под позиции центрального кафе, то теперь выход на винку. Но, увы, ах, пока что у Лаки не особо получается приносить какие-то положительные, так сказать, плюсы. Положительные плюсы. Положительные фраги, положительные стороны находить в этих атаках. Я не знаю, он просто вылетает вперед, но нашел два минуса. Все, на этом для него все заканчивается. Но за 5 раундов, я считаю, если бы он играл более аккуратно, более, так сказать, вдумчиво, то он бы нашел гораздо больше фрагов для своей команды. От плана, опять же, есть минус, падает 340-й, Чача пытается с четверки воевать против плана, 28 хп остается, Чача неплохой минус, но там еще и Соушки на зонтах будет отыгрывать на сейве центрального кафе, так что Эвестейшн и Тату могут сконцентрировать свое внимание на длине, и дирижер принимает выход на Б-сайт, сюда направляется Чача, Стефано и Ремикс, полетели прокиды, ну и Сол на перетяжке будет с узкой хелповать своему тиммейту, а дирижера неплохой минус, Чача отправляется также отдыхать. Ремикс находит размену. Далее Соу, я думал, должен был его закрывать, но нет. Ремикс оформляет даблкил для своей команды, но здесь же Тату и Эвестейшн, и вот их миновать, мне кажется, уже не удастся у Ремикса. Да, и Тату широкой просто перестреливает Ремикса в бок. Пауза от команды Эмбарго. Да, много что не получается. Не могут они найти, с какой же стороны этикетка у атрибута открывается. Пока что вскрыть получилось 2 раза из 6. Ну, для Эмбарго это, на самом деле, да, наверное, вряд ли успехом можно считать. Здесь, я думал, будет прям очень близко, типа 5-4, ну, не больше, не меньше. 5-4 либо в пользу Эмбарго, либо в пользу Атрибутс. Да, возможно, такой счет и будет, но пока что Атрибутс чувствует себя уверенно. И стоит отметить, в первую очередь, игру Соушки. В соло закрывает абсолютно и А, и Б. Тату очень хорошо с этого матча начал позиционировать себя именно как скиллового игрока. И, в принципе, Эвестейшн. То есть, да, вот Эвестейшн, Тату и Соушки. То есть, пока что вот этот костяк из 3 игроков выдерживает абсолютно все попытки команды Эмбарго завладеть преимуществом на карте. Ну и дирижер с планом, конечно же. План на ЦК, там очень много КПД выдает дирижер. Сейчас очень хорошо Б-план принял. И смотрим, как же будет все в 7-м раунде. Но если сейчас будет пятерка для команды Атрибутс, то, я думаю, парни там и до шестерочки смогут дожать. Все-таки это та команда, которая, когда чувствует какую-то слабость в своем сопернике, чувствует этот вкус крови, то все, парни просто уже начинают лететь вперед, сломя голову, и они не ощущают своего соперника. Но 6-3, ну не сказать то, что это будет положительным результатом для команды Эмбарго. Все-таки эти парни действительно могут лучше, но, опять же,
Раньше можно было бы назвать еще и дефолтом. Сейчас уже я бы тоже стал в этом сомневаться, как и Герман. Но полетели прокиды сразу же на четверку, а агрессивного выпада от команды Эмбарго туда не следовало. Засмочили обзор своему сопернику. План по-прежнему готовится здесь принимать со своим карабином. Эвастейшн закрывает выход на лонг. Тату у него в роли саппорта. Полетели также прокиды на двойку. Опять куча смоков отправляется под аплейн. Но захода за ними не следует. Так, ну что, пока попытка выйти под длину, не знаю, чем удастся, чем увенчается, точнее. Ну и 340-й находит сразу же своего оппонента, но Эвастейшн стату моментально закрывает двоих игроков на планту. Да, Эвастейшн погиб, но от него благоразмен хотя бы имеется. Ну и ремикс чачи по длине пока что, тут уже и сошки вылетает. Сошки, ну, говорит, все, пацаны, держитесь, а вот держитесь, команда. Атрибус тоже здесь говорят, ребята, Чача и Стефана. План один под аплантом, но ему здесь высовываться-таки не надо. Вот Стефана заходит все-таки в плент, сразу же его план перестреливает со своего девайса. И 53 хп против фулового дирижера. Ну, Чача может. Чача может. Но, в принципе, да, и не в таких передрягах уже побывал. Да и в этом раунде оформил трипл килл для своей команды. Так что пора бы замахнуться на квадро. Ну что ж, будет ли установка плейнта? Да, все, установка фугаса под позициями альфа. И дирижер направляется на Б-плейнт, но он не угадывает. Он не угадывает с направлением. Теперь теряет колоссальное количество времени, конечно, на эту перетяжку. Пойдет через КТ-спаун. И Чача готов, в принципе, его принимать, если, конечно, первым его зачекает. Если дирижер его увидит, то, я думаю, там Чача не сносить головы. Но пока что сидит, просто сидит под позициями Ширмы. Так, все, хаешки летят от дирижера, прочитал это Чача, он не вступает в перестрелку, он просто здесь мансуется за этими дверьми, сгоняет дирижера с дефьюза, ну и если сейчас дирижер ему какую-то нереальную пачку не влепит, уже не успеет. А нет, уже все. Отлично, Чача сыграл просто выше всяческих похвал, и причем 4 фрага сделал и завоевал для своей команды раунд 4-3, и вот эмбарго уже должны сейчас переходить на план на отметочку в 4. Раунда, а возможно даже и в 5, кто знает. Ну, 6-3 допускать здесь точно нельзя. Иначе атрибуции, да, они проедутся. Они проедутся по эмбарго и на смене сторон. Несмотря на то, что они будут играть на сильной стороне. Ну и Эвастейшн, опять же, до позиции апланта, но вместе с тату они принимают по дальней. Никто не хочет пока что агрессировать. Крайне важный раунд сейчас в плане задела на перспективу, поэтому все ребята понимают груз ответственности. Ну а 3 игрока под семерку уходят в эмбарго. Значит ли это, что это будет выход под семерку? Либо же это будет фейк? Но пока что там откиды гранат полетели от Лаки, Чача здесь же. Стефана, если что, в упоре будет принимать, но там дирижер будет закрывать выход на семерку, и у него это прекрасно получается. Неплохой минус. Соу ему, если что, будет в роли саппорта здесь на узкой. Полетели прокиды на Б-сайт, и по ходу дела все-таки будет выход от команды Эмбарго. Лаки врывается уже под Винкус, убитал в бара, пошел в перестрелку против дирижера и Соушки. Но его еще здесь простили и отпустили. 38 хп и выход на лонг, опять же, готовится от Эмбарго. 340 Ой, пошел в атаку, и Эвастейшн будет принимать его от ПТР. Неплохой минус, но там же тату уже на ротации находится. И здесь же план вместе с Soul центрального кафе. Ну, 340-й живет. Колоссальное количество времени, конечно. Я думал, его первым должны были закрывать, но это вновь ротация на Б-плейн. Да, и Сошки тоже пытается это все быстренько прочесть и прочитал. Прочитал, но здесь Лаки уже на зонтах, и Сошке надо жить, у него всего лишь 13 патронов парных. Уа, хороший хедшот по зонтам, а там уже план со спины идет. И здесь Сошке надо просто прожить. Надо прожить, прождать тайминг, пока придет план. План приходит в спину, да ладно, Чача с разворота лепит голову. И здесь вместе с своим тиммейтом ремиксом должны просто-напросто закрыть Сошке. Ну, Сошке есть минус 2. Сошке прожил, Сошке еще второй фраг сделает. Но я не знаю, Чача здесь просто сидит до талого. Чача, 17 и 18 хп, ну здесь чисто на пулю. Чача, но Чача, слушай, Чача, я не знаю, он выкладывается для своей команды просто на 600% сейчас. Это уже третий клатч от него в этой катке. Кто вообще он творит, чем его там подкармливает, я не знаю, но Чача действительно красавец. Это Формазон. Ну, тем не менее, я знаю то, что это Формазон, я читал у него на страничке на арене, но суть в том, то, что редко кому из профессиональных игроков, даже из той же команды AOXA, или же Vivictus eSports, или же Респекты, удается тащить по 3 клатча в одной катке. Тату здесь пишет, а они с читами играют, лол. Да, это жестко! Да, это жестко, что здесь сказать. Ну что, Соушки.
готов принимать выход на винг. Ну, здесь хорошая граната, тайминговая дирижера Стефана также готов был зайти уже, но все-таки принимает решение сместиться к своей оставшейся команде из 4 человек. И что же решат команда Эмбарго? Ну, судя по всему, заход под Б-плент. И давайте посмотрим на 340-го, как из его глаз все это выглядит. А нет, ремикс первый заходит. Ну, есть первый минус, но дирижер размен. Два минуса дирижера. Ну, браво, и Стефана остается один. Дирижер, кстати, минус 3 при заходе на винку дал. Ну, один закрывает просто позицию, игрок команды Атрибут. Браво, Стефана врывается, он все-таки под позицией Аплинта. Ну, так, чисто доходит и падает здесь на пороге. Тату его добивает, это еще один раунд для команды Атрибут. Пока что парни просто не оставляют шансов уже своему сопернику. Первой половины 5-4, ну и... Один раунд все-таки завоевали для себя Атрибутцы. Сказать то, что плохо отыграли Эмбарго первую половину, ну, думаю, то, что нельзя. 4 раунда взяли, соперник все же не из простых, точно так же, как мы и прогнозировали с Германом, то, что первая половина будет именно 5-4, но вот начало первой половины для команды Эмбарго было крайне плачевным. Благо, потом смогли собраться, провести какое-то обсуждение внутри команды, исправить свои ошибки. Ну и теперь самое главное, также командно отыграть на обороне. Команда Атрибут, мне кажется, ну, если не с первых двух, там, трех раундов, если они, конечно, не будут удаваться, они могут подключить нереальный темп игры, и тогда с ними справляться будет еще сложнее. Но сейчас, мне кажется, также будут от аккуратности действовать, там, где-то чекать центральное кафе, чекать выход на лонг. Ну, посмотрим. Блаки на центральном кафе. Стефан и ремикс под аплантом. Чача 340-й обороняет позиции винки Б. Плента. Ну, посмотрим, что же получится из этого раунда у команды Атрибутс. Какая заготовка вообще на раунд у ребят будет прослеживаться. Пока довольно тайминговый холд. Просто ребят стоят на респауне, ждут поджимы. И пока что поджимов как таковых не имеется со стороны азербайджанского коллектива. И план с Эвестейшеном, судя по всему, хотят влететь в центральное кафе. Но там Лаки. Там Лаки перед ЦК. И Лаки очень опасный соперник. А вот 340-го есть энтри-фраг. Эвестейшн 1 хп, и Лаки просто спреем его зажимает, и 5 в 3 уже. Ну и Тату здесь же попытается разменяться, но Лаки просто не прощает. Даблкил в его исполнении центрального кафе. Дирижера на рейдили неплохо, 31% хелсбара, ну и там сошки фуловые, но в принципе им сейчас надо действовать вместе. Если они попытаются как-то разделиться, то их по одному здесь и закроют. Ну вот, пожалуйста, дирижер опять же принимает выход центрального кафе, Лаки его перестреливает, и там же выход от Соу под винку, где Чачи его закрывает. Лаки триплкил в этом раунде, это 5-й раунд для команды Эмбарго. Оборона начинается крайне уверенной, там одним вроде фрагом отметились игроки команды Атрибутс. Это крайне мало, конечно, но если дальнейшие раунды будут в подобном ключе отыгрывать Эмбарго, то они вообще не оставляют никаких шансов на вторую половину первой карты своему сопернику. Ну а если все-таки Атрибутс найдут этот ключик, чтобы взломать оборону команды Эмбарго, то, может быть, поборятся. Но хотелось бы видеть, опять же, вот эти же качели и на второй половине. А то, как это бывает у нас, первая половина жаркая, вторая половина в одни ворота. Да, но здесь что-то прям совсем жарко в этой встрече становится. Атрибутс говорят: «Тату, да я их замашню, они с наводкой играют, играй тихо, что здесь, пацаны, блин, здесь прям я не знаю». Все, вот он, накал страстей, сейчас будет попинг-чпопинг, сейчас будет нормально все. О, хороший центральный матч, не, вот это я люблю, накал страстей, вот это прям то, что надо. То, что надо. Го, парни, пишет Лаки, Лаки здесь тоже такой подогревает, интересно, здесь троих на ЦК забрал, в соло причем, и сейчас, мне кажется, Атрибутс, не знаю, если они сейчас снова погибнут от него на ЦК, а здесь чисто такой спортивный интерес пойти убить этого Лаки, если Лаки их перестреляет, здесь прям, ух, чувствую бугурт и йогурт из ушей команды Атрибутс, ух, будет интересно сейчас посмотреть, пойдут ли они на ЦК или нет, или же все-таки Лаки здесь поставил себя в такой авторитет, куда ходить не надо. Начало миссии.
Так, ну что ж, все на местах, ну и посмотрим, как сейчас будут действовать атрибуты. Пока что ничего у них не меняется. Как они играли аккуратный раунд, играли от теспауна, они, в принципе, так и играют. Не попытались устроить какого-то фаста на ту же позицию ланга, или же попытаться выйти центральное кафе. Ну, в принципе, Лаки уже дал понять, как ты ранее отметил, то, что туда ходить не стоит, но, может быть, вот эта спортивная злость, ну, все, он меня убил, он нас троих положил, пойду отомщу за братьев, ну... Не знаю, как будут действовать дальше, но пока что раскид хае у нас под аплейнт, и вроде как под эти хаешки будут заходить атрибуции, или же это развод? Ну, здесь очень интересная оборона у команды Барга, честно говоря, вот это развод, постоянное смещение, смотри, насколько близко они все друг к другу находятся, такой своеобразный квадрат у них образовался сейчас, но вот 340-й отлично принимает выход пока что новинку, двоих уже закрыл, и там остается всего лишь два, это планы... Дирижер, и дирижер в принципе остается под аплантом, и его здесь просто даже пушить не надо. Надо просто ждать бомбу команде Эмбарго, что они, скорее всего, делать и будут. Да, да, да. Так они все просто уходят под теспаун и будут закрывать вдвоем одну позицию, ну и ждать, конечно же, установленной бомбы. Но дирижер пока что устанавливать фугас не торопится, он скорее принимает решение пойти далее, центральное кафе, найти здесь своего соперника, но Лаки периодически играет на чек. По дирижеру информации... нет, все есть. Есть информация, спалился, попытался префайром там как-то Лаки закрыть, не удалось. Пошла перестрелка, но дирижера еще отпускают, я думал, фуловым отпустят, но 53 хп у него остается, попытался еще как-то на агрессии развернуться, дать отпор, но прекрасно понимает то, что там уже в любом случае саппорт подтянулся, так что против двух-трех стволов воевать не с руки. Ну, возвращается обратно. Под аплейнт. Единственный шанс у него сейчас уйти на КТ спаун, если попытается ретироваться на Б-плейнт, но там Стефана его будет закрывать. Так что ставить фугас и ждать. Можно смотреть вечно на тех, как тату просто горит. Ох. Ну ладно, дирижер, 1 в 3, хорошая хаешка под БТР, но всего лишь оттягивать неизбежно. Ремик здесь должен его закрывать уже, ну или Лаки придет с кассы, дирижер здесь на самом деле. Ого-го, как мог сейчас дать по головам, мы знаем, что умеет Денис Кубатырский у нас играть на таких раундах, но в этот раз все-таки Стефан оказался крайне не в нужном времени, не в нужном месте, да, так скажем, для дирижера. И это 6-й раунд для Эмбарго, они выходят вперед впервые в этой встрече. Ну что ж, будет ли семерка? Давайте посмотрим. Тату довольно агрессивно опять играет центральное КП. Сотня хелсбара попытался на рейде здесь. Лаки 73 КП ему оставляет, но там еще и Стефана подтягивается на толпу. И 340-й просто на уверенности пошел пушить четверку, но Эвастейшн его закрывает. Пока что плюс для команды атрибутс имеется, но опять смоки центральное КП, смоки Ланган, но никто под эти смоки не заходит. Вот как-то... Ну, привык я на протяжении там 5-6 сезона, то, что если смог заходит, значит команда идет пушить. Сейчас что-то у нас идет не так. Смоки есть, команда стоит, и команда ждет. Но они вроде как нашли минус, они ослабили оборону соперника, почему бы не ударить? Ну и давайте смотреть. Ну что, ремикс. Полетели прокида по длину, и пока что там никого нет. Но это, судя по всему, заход под семерку планируется, а здесь... Чача. Ну, здесь тяжело ему будет хотя бы два минуса сделать. Один должен делать фраг, по идее. Здорово, пацаны. Как винка? Как заход? Да хорошо, все замечательно. Но тату возвращается у нас, кстати, под вином Б-сайта. Здесь же Лаки его на широкой будет закрывать. Стефана в упоре принимает своего соперника на арке. Но, тем не менее, тату справляется еще и с Лаки. И, по сути, позиции Б-плейнта открыты для команды атрибутс. Только вот они пока что об этом не знают. Тату все-таки чекает на наличие соперника. От Стефана минус план. Ну и тату один против двоих. Фугас установлен. Ремикс пойдет с КТ спавна. Тату его уже готовится принимать. Но мне кажется, ремикс... Не стоит суваться сейчас одному, надо дождаться своего тиммейта и тогда идти на выбивание. Но тату его ждет. Мне кажется, он слышал, как ремикс дропался с КТ на перемычку. Ну, от ремикса пачка слышать это одно, а вот перестрелять совсем другое. Ну что ж, это уже семерочка на табло для команды Эмбарго, и пока что они уверенно идут к победе. Машна, ку-ку-ку, здорово. Ну все, откровенная грязь пошла между командами атрибуции Эмбарго, они больше никогда не будут братьями.
Лаки штрафует дирижера сразу на центральном кафе. Возможно, и планы еще закроют. Но план все. После первой тычки сразу говорит, нет, пацаны, я больше туда не пойду. Больше не пойду. А может, пойду, не знаю. План все-таки менять просто позицию. Пытается в дымах где-то Лаки найти, но там уже и Стефана приходит. Поэтому крайне опасно на эту позицию ему выходить. Ну что, нас ожидает интересная машина после этого матча. Но мы уже узнаем итоги ее после этого матча. Да и даже, наверное, после третьего матча. А здесь пока что прокиды. По центральной кафе с бэм-сайта пролетели. И вот так вот, да, пока что на тэспауне стоят игроки команды. Атрибут пытаются на какую-то на себя беду навлечь вот этими дымами. Возможно, эмбарго решат и пропушить их. Надеются на это, я думаю, всячески атрибут. Но вот зайти просто под какую-то точку у них пока вообще не получается. Ну, ремикс. Первый пошел. Гагарин. Ну, здесь просто развал. Ну, один игрок, опять же, сейвит полностью позиции. Ну, отцов есть... Есть минус. Да, конечно. Один минус. Я просто немного даже потерял дар речи сейчас от игры Лаки. Но, тем не менее, попытался там Соу еще что-то сделать. Нашел один минус, но его моментально закрывают. Восьмерка на табло для команды Эмбарго. Ну, слушай, я хотел сказать еще перед началом предыдущего раунда то, что, ну, может, пацаны так рофлят, так чисто забавляются с этой машиной. Но сейчас, мне кажется, Эмбарго атрибут, знаешь, они так начинают уже... В стиле лайта, что ли, отыгрывать. Особого напряжения не чувствуется в их игре. Ты видишь этот тимчат? Да, я один раз чекнул чат, и теперь у меня постоянно вот этот бомбеж от тату появляется. Забаню их! Читеры, поганые! Блин, тату, конечно, забавно. Забавно это все читать, если честно. Выход на длину Стефана пока что в соло его закрывает. Остаются втроем против двоих игроки команды атрибут. Но я не знаю. План 28 хп. Здесь 340-й пошел пушить просто дирижера. Дирижер еще хаешечку феноменальную здесь выкинул. И это 9-й раунд для команды Эмбарго. Ну и, судя по всему, это мап-поинты. Да, это мап-поинты. 4 мап-поинта. И я думаю, здесь Эмбарго смело закроет эту карту. Как думаешь? Да, вполне с тобой согласен. Ну и далее уже перейдем ко второй карте. Ну не знаю, с таким настроем там может быть и на второй карте игроки команды Эмбарго будут зажигать. Отцовский выход под позиции БТР. Его моментально закрывает Стефана. Дирижер есть размен. Ремикса закрывается таки на кассе. Есть минус от Лаки. Эвестейшн разменивается. 340-й пытается еще воевать у нас как-то с двойки. Но тем не менее по нему есть информация. Сгоняет его с этой позиции. Фугас установлен. Лаки пойдет через КТ спаун. Сотня хелсбара. Есть у него информация. Минус по Эвестейшну. План раздает неплохо. Даблкил. Но там же 340-й выход на лонг. Дирижер ему пытается противостоять. Неплохая пачка. Но пока что на этом раунде эта карта для команды атрибутс не заканчивается. Еще пытаются побороться, но надолго ли их хватит? Ну не знаю, да, из трех матч-поинтов, точнее мап-поинтов, надо забирать абсолютно все команде атрибутс подряд. Но здесь пока что начало опять же неблагоприятное. Ой-ой-ой-ой-ой. Ремик закрыл тату и атака пока что застопорилась. Ну вот выход. Это выход, у нас все-таки на вино. Ну что там? Ой-ой-ой, я думал там сейчас Лака и Чачи попытаются еще как-то там сыграть на сейф, но игроки команды атрибутс вроде как отвечают. Ремикс, неплох, вовремя ворвался, ну и... Это-таки 10-й раунд для команды Эмбарго у нас имеется.